Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Я рада вас приветствовать у себя в гостях. С вами Виктория, и у нас с вами сегодня расклад карт «Магия жизни» на 18-24 июня. Кто сегодня с нами впервые, я вам рассказываю, что нужно сделать. Сначала задайте себе вопрос, что мне нужно осознать сегодня, в каком состоянии быть, чтобы жить еще лучше. Задайте себе этот вопрос, теперь загадайте цифру, выберите себе цифру от 1 до 3. И сейчас я буду вытаскивать карты по одной для каждой из цифр. И карта вам будет подсказывать то, над чем вам нужно будет поработать эту неделю. Об осознанности у меня есть отдельное видео, поэтому я сегодня не буду на этом останавливаться, но просто осознанность – это та полезная привычка, которую очень важно развивать, если вы хотите преуспеть в жизни, если вы хотите стать счастливым и успешным. Итак, надеюсь, что все уже загадали цифры 1, 2 или 3. У меня уже карта, он прям начинает прыгать. И я вытаскиваю первую карту для тех, кто загадал цифру 1. Для тех, кто загадал цифру 1, у нас выпадает следующая карта. Вот такая, смотрите, какая зеленая-зеленая, прям как мой балкон зеленая. И я надеюсь, что вам хорошо видно, что написано на карте. И я вам читаю, на карте написано: «Я прощаю своих родителей и свой род за нереализованные мною представления. Отныне я чувствую гармоничную связь со своим родовым деревом и его корнями». Видите, какая карта глубокая. И на карте изображено дерево, вы видите, большое. Рядом с этим деревом маленький росточек и такой большой, в большом-большом шаре, как во Вселенной находится это все. Вы видите, как важно. Эта карта выпала для вас, наверное, чтобы вы почувствовали ближе связь со своим родом, для того, чтобы, наверное, не держали какие-то обиды в сердце на своих близких, на своих родных, потому что часто мы очень возвращаемся к прошлому, к каким-то событиям из прошлого, которые уже невозможно изменить, но мы вот эту обиду в себе культивируем и культивируем. Знаете, а это не нужно делать, это ни к чему. Нужно принять то, что произошло, понять, что, к сожалению, то, что произошло, уже изменить невозможно. Нужно сделать просто определенные выводы из этого урока жизни, простить всех, никого не обвинять и просто двигаться дальше в жизни. Следующая карта – это карта для тех, кто загадал, естественно, цифру 2. И для цифры 2 у нас сегодня выпадает… Что у нас сегодня выпадает для цифры 2? Для цифры 2 у нас выпадает, смотрите, вот такая красивая карта. Такой воздушный шар. Радуга, красивое голубое небо, облака. И на карте написано: «Я получаю поддержку и сотрудничество от других людей и достигаю желаемых результатов». Вы знаете, для вас тоже эта карта выпала неспроста, потому что, наверное, в своей жизни вы стараетесь многое делать самостоятельно, боитесь кому-то обратиться за советом, за помощью, а на самом деле не нужно этого бояться, ведь очень многие вещи в жизни решаются намного быстрее, намного легче, если просто к кому-то обратиться за поддержкой. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, это делайте, обращайтесь за поддержкой к своим близким, к своим друзьям, и люди придут к вам на помощь. И сейчас я вытаскиваю карту. Карта прям сегодня прыгает. Вытаскиваю карту для тех, кто загадал цифру 3. Так, что у нас сегодня для троечек? Для цифры 3 у нас сегодня выпадает следующая карта. Смотрите, какая красивая, такая какая-то просто творческая карта. На карте вы видите, изображены краски, акварель, радуга, море красивое, небо, горы, все что угодно. Я и только я архитектор своей жизни и творец своей судьбы. Не забывайте, пожалуйста, что все
в ваших руках. И действительно, что только мы сами являемся творцами, дизайнерами и архитекторами своей жизни. Недаром я выбрала название рубрики «Дизайн карьеры», которую я веду. Если вы еще не смотрели, смотрите в моих видео. В этой рубрике я рассказываю о том, как можно построить самостоятельно, своими руками, ту карьеру, которую вы хотите. Либо это работа где-то на кого-то, либо это работа на себя, свой бизнес. Пожалуйста, смотрите эти видео, и мне будет очень приятно, если они окажутся вам полезными. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Я еще раз показываю вот эти три замечательные карты, которые у нас сегодня выпали на неделю. И я желаю вам полной осознанной жизни. Будьте счастливы и будьте успешны. До новых встреч на следующей неделе. Пока!